Привет, с вами Хэппи Фреш. И сегодня я вам покажу, как убить босса в симуляторе пчелы. Ну что ж, не будем медлить, давайте начнем. И будем мы использовать тактику 2 секунд. И сейчас я вам расскажу, какая это тактика. Вы берете и считаете 2 секунды, только не быстро и не сильно медленно. Если у вас пчела все-таки ударила, то тогда отходите немного дальше. Так что да, ребята, это самая эффективная тактика, и сейчас я вам покажу, как она работает. Сейчас расскажу, что это нам босс дает. Этот босс нам дает плюс 100 тысяч меда, плюс одно королевское желе. Ну что ж, вот такой вот босс новый в симуляторе пчелы. Спасибо за просмотр, с вами был Хэппи Фреш, и всем пока.